Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем видеообзоре умелые ручки мы посмотрим и вскроем угловую шлифовальную машинку. Она же болгарка UŠM 125 1100M от любимого мной производителя Interscope. Любимый, потому что, во-первых, дешево, во-вторых, надежно, качественно, в-третьих, сердито. Что мы имеем? Имеем замечательную коробочку, на которой нарисованы разные картинки. Машинка с регулировкой скорости. Это было принципиально с хорошей мощностью. Ну и сделано в России. Поддержана, называется, отечественная промышленность. Так, в комплекте идет незаменимая инструкция на русском языке. Рекламка и какие-то замечательные кругленькие штуки. Также тут идет, ну, понятное дело, гарантийный талон. Защитный кожух. Чудо-ручка с чудо-ключом. Да, лето, Новосибирск, плюс 35. 4 июня. Очень тепло и хорошо у нас. Так, вот машинка. Это, собственно говоря, включение и выключение. А внизу у нас регулировка скорости. Шнуры, как все интерскоповские шнуры, довольно-таки мощные. Сейчас мы ее даже включим в электрическую сеть. Как только поддастся это чудесное скрутка моим рукам. А, да, внутри же лежит замечательный пакетик, который, я думаю, все-таки не стоит есть. Хотя те, кто не умеет читать, могут попробовать. Но только не его, а очень пакетик замороженный. Так, выключаем у розетку и пробуем. Погнали наших городских. Это была и скорость вторая. Это максимальная. Ну-ка. Сделано в России. Ну, понятное дело, из чьих запчастей все это дело сделано, но тем не менее приятно, что в России собирают очень качественные, хорошие вещи. Покупочка эта была сделана, собственно говоря, продается она в Леруа Мерлен по хорошей цене, продается еще в некоторых магазинах по хорошей цене. Было сделано в одном из магазинов, не через интернет, хотя через интернет можно было ее, в принципе, купить дешевле на несколько сот рублей. В принципе, было удобно купить в обычном магазине, поэтому мы ее там и купили. Так что покупайте через интернет и не только, получайте удовольствие, стройте, творите, создавайте. Спасибо за внимание.